решили мы сегодня в наш выходной развлечься и сходить в зоопарк. Ты рада? Да. Мы все рады. Только что заплатили за вход. Нам дали билетики и карту. И самое интересное, вход стоит 7 лир из человека. Это примерно 25 центов. На двоих сходить в зоопарк меньше, чем за $0.5. Я такого еще не видел. Мы думали, в Молдове самый дешевый зоопарк, где мы заплатили $1.25. Но тут переплюнул просто все. Вот такую вот нам дали карту. При том, что бесплатно абсолютно. Держи. Не рассыпай, взяни. Особенность этого зоопарка, что он находится прямо в лесу. И мы сейчас вот идем, мы даже еще не идем. Да, просто отдыхает. Мы не то чтобы идем прямо по территории зоопарка, мы идем по лесу, тут огромная дорога. Работает? Да, за компьютером что-то работает. Ну, отличное место, в офис просто, сразу в зоопарке у меня офис, говорит. А вон можно сидеть и отдыхать. Да, можно все что угодно. Это только вот начало, тут даже еще не сам зоопарк. Это дорога к зоопарку. Если въезжаешь на машине, то с машины берут 20 лир. Если пешком, то 7 лир с человека. Довольно-таки удобно. Можно сразу с семьей заехал. Парка мест много, там дальше огромная парковка будет, как я понял по карте. И начинается зоопарк с вольерами. Судя по всему, животных здесь не очень много, как я уже посмотрел. Но в любом случае, даже за такую цену, если тут был бы один лев и две зебры, уже было бы неплохо. Тут вот есть информация, можно карту посмотреть онлайн. Правила посещения на турецком. Указатели, куда пройти, где кафе, где туалеты, где мечеть. И карта висит. Мы вот вошли здесь, вот это вот мы все прошли пешком, и сейчас вот мы находимся вот тут, вот. Указатель, мы сейчас тут и пойдем вот так по кругу налево. Территория действительно выглядит масштабной, особенно учитывая тот факт, что мы находимся в лесу, это только украшает этот зоопарк. Страусы. Вон еще один. Буду сейчас пробовать фотографировать на фотоаппарат. Тут странные макеты животных, слон, зебры, жирафы, чтобы с ними фотографироваться. Не за этим мы приходим в зоопарк. Черный лебедь такой. Красивый, что-то смотрит, думает, может, я ему поесть там. Тут как-то не предусмотрена возможность кормления. Да, все закрыто. Ну, я думаю, наши догадаются. Наши догадаются все, что угодно. Зебра. Вот только далеко эта зебра. Они кушают. Но немножко видно. Вот одна зебра поближе. Ну, а тут верблюд одногорбый. Красивый. Красивый, Ира говорит. Значит, красивый. Главное, так сказать, чтоб не плюнул. А тут кенгурушки маленькие. Их там много на самом деле. Но они далековато и тяжело их осмотреть. Кс-кс-кс-кс. Не отзывается. А вот поближе. Ку-ку. Какой.
какая мангуст. Прикольная. Ой, смотри, какие они сладкие, повылазили. Вон их мангустов сколько. Ой, какие лапки. Всех животных, понятное дело, мы не покажем. Их тут немало на самом деле. Таких вот самых интересных, каких-то смешных. Потому что мангусты классные. Сколько тут их? Лемуры. О, как убежал быстро. Вон их сколько. Вот лемуры нам нравятся. Они классные. Как они? Оп, оп. А тут сурикат. Вон кабаны дикие. Возможно, они даже водятся в этих лесах. Кто знает. А там какие-то оленчики. Что-то у нас, да, олень. Hello, dear. Какие классные олени. Какой ты, грызешь сетку. Вкусно тебе? А где? А вон с рогами. Красивые. А тут тоже плохо видно. Да, ну вон гиены спят. Что еще делать? 6 часов вечера спать. Смотри, это какой-то маленький, а тут прям огромный. А дальше волки. Идем посмотрим. Ну, их мы даже не увидим. Да, волков даже не видно. Очень большой вольер. Где они сидят, неизвестно. Вот эта картинка есть. Вот картинка. Вот так вот он выглядит. А еще вот тут прямо-таки с гор ручей. Самый настоящий. Посреди зоопарка и ведет к вольеру с утками и тому подобными. Можно сказать, бесплатная вода. Очень удобно. А тут белый олень. Очень красивый. Очень. Вот что точно могу сказать, это то, что по природе этот зоопарк, конечно, выигрывает многие. В горах, в лесу. Такая вот тропинка к следующим вольерам. С видом на весь город, на самом деле. Очень круто. Нашли вот такой вот маленький гротик. И что самое классное, отсюда открывается лучший вид на город. Просто самый лучший. Вот таким вот образом окружили скалы вольером. Там он на самом верху сидят орлы. Вижу, вижу. Такой вот орел. Что? А, из оленьих рогов. Бесплатный материал. Они сбрасывают их. Там он еще. Где-то, но не видно. Вон он. Вот так вот интересно выглядит вольер с асланом, львом. Так вот проходим, поднимаемся наверх. Наверное, сделано так, чтобы можно было всегда его увидеть. Опасные ступеньки. Так, ух ты. И очень грязное стекло, за которым почти ничего не видно. А вон там где-то
сидит лев, которого толком и не видно. А с этой стороны тигры. Вот тигров видно точно лучше. Уж лучше на тигров посмотрим. Вон они сидят. Два красивых. Много. Мишка вот. Там он еще мишки. Ну, а сразу близко так. Идет. Как близко. Интересно получится. Внизу белые эти медведи. Только что кричали. Ну давайте еще раз. Смотри, муравей тащит. Самое интересное, что я увидела, что муравей что-то тащит. Ну да. Зачем смотреть на медведя? Там же муравей. Обезьянки какие, а? Не отзывается, что-то она нашла. Что это, еда? Не еда? Ну вроде еда. Можно съесть. А вот. Тот, смотри, ест чисто все. Тот? Ну, а тот просто пыль собирает. Почему нет? Идем в террарий, и он встречает нас просто змеиной кожей. Посмотрим, что тут водится. Такое эхо. А, как делают противоядие? Наверное. Что, тут тоже просто кожа, что ли? Змею не видно. А, блин, смотри, она закопала себя. Только голова торчит. И такое бывает. А тут? Тут видно? Может, ей так комфортно? Да, вон там сидит какой-то. Плохо видно. Где? Вон там, под камушком. А, да, там снимается. Что тут дальше? О, тут уже побольше. А что он лежит и все? Все тут просто спят. Во, вот тут удобно. Все смотрите, я здесь свой. Они не ядовитые? Удалы? Вот это. А, питон это. Питоны не ядовитые. Вообще? Они просто тебя задушат. Серьезно? А да. Я смогу силой? Не знаю, сможешь ли. Ага. Я увидел, увидел. Он тоже большой питон. Да, я тоже все увидел. Тут уже побольше вольер. С вон большим питоном. Тут только животные. Я думаю, будет побольше разнообразных рептилий и тому подобных. Но тут только змеи. Сейчас я просмотрю все змеи. Классный питон. Вот такого дома можно заводить. Попали в джунгли. Такие здесь шумы. Какой бабун. Хрюкает. А он еще сидит. Ку-ку. Вон их много тут. Обезьянок. Это резус манки. Да хрюкает, хрюкает она. Это чисто когда подружка рассказывает. А вон идет сюда. Самый главный. Такой. Оп, оп.
Да, ты что? Решили мы еще немножечко подвести итог. Все-таки зоопарк нестандартный, особенно по такой цене. Но если рассматривать это место не как зоопарк, в который ты приходишь посмотреть животных, а как парк, в который ты приходишь погулять, возможно, покушать с семьей на одной из этих скамеечек, а заодно и посмотреть животных. Сюда можно приехать на машине, заехать прямо на территорию, приезжать на весь день и просто проводить время с семьей. В таком случае это отличное место, и понятно, почему такая цена. Просто за въезд 20 лир заплатил, это адекватно. Но если рассматривать прям как зоопарк, здесь не хватает такой тактильности с животными, с которыми мы привыкли. Некоторые животные очень далеко. Их, возможно, не очень много, они не очень разнообразные. И расскажи про осу, которую мы видим. Но в целом удовольствие получить, особенно за 7 лир, тут можно проще простого, в общем. За осу увидели какую-то странную красную осу. Сейчас, может быть, приложу красно-желтую. Сейчас, может быть, фотку приложу, если я смогу найти в Википедии, что это за оса. В общем, такая вот. А на этом мы заканчиваем, да? Да, пока-пока.